Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, вы, как всегда, на канале Fishing Blog. Я думаю, что многие из вас наверняка уже открыли спиннинговый сезон по головлю, по жереху, по изю, так как весна, а именно май, июнь, это самые лучшие, на мой взгляд, месяцы для ловли перечисленных рыб. Мой товарищ собирался поехать на рыбалку на одну из речек Свердловской области. Ну и я, в общем-то, посмотрел прогноз погоды, посмотрел, скажем так, свое расписание и решил ввязаться вместе с ним в некую авантюру. Толя, куда мы едем? Куда мы едем? В далекие края. Твоя ставка сегодня. Какая рыба будет больше ловиться? Хищная или белый хищник? Мне кажется, палки, пакеты. Вот это вот. Трава. Трава. Это палка, Юрич. Вот эти вот все истории. Я на них делаю ставки. Сколько нам еще ехать? Нам ехать 31 минуту. Отлично. Едем. Сегодня со своим другом, товарищем и напарником по рыбалке Анатолием выехали на одну из речек проведать обстановку по белому хищнику. Пока что предварительно наметили несколько точек, которые собираемся посетить. Ну что, у нас последнее приготовление. Сейчас будем выходить на речку. Вот такая тропиночка, по ней пойдем. И там буквально ждет нас за тем перелеском река. Дорога у нас заняла очень долго, порядка нескольких часов, но тем не менее до места мы успешно добрались, вышли на первые точки и начали ловить. Подойдя на берег, мы увидели следующую обстановку. Вода высокая, достаточно мутноватая, но речка стоит, скажем так, в берегах. Да, я вижу такой неплохой грамм. 200, наверное, да? 250. Ух ты! Ха-ха! Из травы. Щучка мелкая. Вот и поводок, спасибо. Просто вообще как... Как сдоб. Да нет, слушай, задний тройник полностью схавала. Еще ладно, спасибо щуке, что она мелкая. Что-то тут хищник, видимо, у нас явно не белый будет, а явно какой-то полосатый, да? Тут окунь, тут какая-то микрощучка, тут что-то. Сейчас стоим, пытаемся тут еще кого-то выловить. Сходу у меня товарищ на джиг ловит небольшого окуня. Затем еще мы с ним ловим по паре каких-то небольших хищных рыб, по микрощучке, по микроокуню. И, в общем-то, не видим ни одной поклевки, ни головлиной, ни жереховой, никакой бы то ни было еще от белого хищника. Попутно пробуем различные приманки, какие-то кренки, какие-то воблеры минну. Также ловим на джиг по дну. Никакой реакции нет. С собой я накануне вечером положил одну приманочку, свою рыболовную коробку. Это был 7-граммовый пилькер, или как у нас в простонародье его еще называют, кастмастер. И, в общем-то, подумал, чем черт не шутит, а попробую-ка я поставить этот кастмастер и половить на него
каких-то заводюшках, либо поддержать его на течении, возможно, это дало бы свои какие-то плоды. Опять что ли повесил? Базара нет вообще. Не то что максимально. Ты как будто есть жук нахуй. Я говорю, ты его не то что максимально имитируешь. Ты как будто сам жук. Сел такой что-то под полз. Так, подожди, я пойду сверху, буду закидывать под коряги туда. Так, тут как лучше-то по берегу идти, что ли? Ух ты, есть поклевочка. Ох, ничего себе, вот это бойкий друг. Иди-ка сюда, братишка. Кто ты? Это первый жерех мой. Че, не зря у Кастмастера, у Пилькера такая слава жереховых добытчиков, да? Небольшой жерешок, но тем не менее приятно. Первая рыбка в моей рыболовной практике. С этим названием в крупном размере. Мелкий жерех мне попадался на чусовой, как я его там называл, микрожережки, но крупных таких еще пока ловить не удавалось. Давай вот так вот, как тебя получше. Вот такой небольшой жерешок попался. Давай, иди отсюда восвояси. Друзья, поймал жереха. Не крупного, но все же это уже не те микрожерешки, которые попадаются периодически на чусовой, а уже какая-то более-менее вменяемая рыба с хорошей поклевочкой на классическую для жереха блесну. Это Кастмастер или Пилькер, как его называют. Секрет был прост. Проводил проводкой неравномерной, а с паузами, чтобы Кастмастер в это время сыпался. И как раз вот на одной из таких пауз, на остановке подмоточек, и получил поклевку прямо в береговой зоне. В общем-то, вот такая история. I'm not going under, not running for cover. Standing against the sun, after the fire, after the flame. Nothing will feel the same. My scars are closing, my heart is open. I am not afraid. Мой напарник крупным планом ловит рыбу. Ваши ожидания, ваши эти
Да, кушка под берегом сейчас попускаем, еще туда поедем. Все, понял, работаем. Ну и, в общем-то, мы продолжили рыбалку, перемещаясь так от точки к точке, проблавливая какие-то перекатики, какие-то просто ровные тягуны, обраточки. Еще мой напарник получает пару поклевочек с переката, и, как это неудивительно, на перекате он вытаскивает щуку таких неплохих размеров, примерно около килограмма. Вот что удивительно, не голавль, не жерех, а именно щука. Друзья, у меня экшн-камера села. Вот там вдалеке стоит напарник. Поклевочка, все. А там щука клюнула у него на перекате. Какая-то такая среднекалиберная. Но, тем не менее. Где-то в районе килограммчика, наверное. Вот такие дела. И в таком формате у нас, в общем-то, проходит вот рыбалка на первой точке. Кроме одного мною пойманного жереха, больше никакого белого хищника мы не видели. Ни я, ни мой напарник Толя. Шикардос. Это ты шикардос, Портос, Атос, Арамис и Арамиль. Ну что, Толя, давай, рассказывай твои ожидания по щуке, по головлю, по жереху. Какую технику ты сейчас применяешь, на что ловишь? На микроджиг. На микроджиг на течении? Может быть. Ясно. Ждем. Вот такая красота, друзья, вот такие места. Что не перекат, что не поворот. Рай для спиннингиста, но только, видимо, не сегодня. Какие-то поклевки есть, но единичные, и в час по чайной ложке. И, в общем-то, так периодически полавливая каких-то микрощучек, микроокуней, принимаем решение передвигаться на точку под номером 2. Так, ну что, друзья, сели в машину, первую точку мы обловили. В общем-то, результаты следующие. Вначале поймал то ли одного окуня, затем я поймал одну микрощучку. Затем я поймал небольшого жереха, грамм на 200-250 на Кастмастер. Ушли выше по течению, выше переката и на спокойной воде, но с какой-то небольшой тягой толян вытащил щуку. Как это неудивительно. В общем-то, результаты плачевные. Надеемся, что на следующей точке сейчас что-то еще получится поймать. Так что вот как-то так. Нас без сомнения ждут приключения. С горки мы там съехали, но заехать не смогли. Нашли через 50 метров ровный заезд. Сейчас спокойно по нему выберемся. А пока у нас небольшой оффроуд на переднем приводе на автомобиле Renault Sandero. Придя на точку под номером 2, мы, собственно, видим тоже интересные места, какие-то обратки, какие-то заводюшки, какие-то красивые перекаты с нависающими деревьями, с упавшими деревьями на излучинах на поворотах реки. И, воодушевившись, тоже начинаем сразу ловлю. Лютый такой берег высокий. И с этой стороны тоже. Нам тут, блядь, явно не спуститься. Чувствуется ямкой. Что мы будем делать? Пойдем туда ниже, где ветра нет, за поворотом. С собой в наборе у меня была приманочка. Это небольшой воблерок в 35-м размере, копия риджа, версия диповая. И ставить наверняка воблеры с обычным каким-то стандартным заглублением, ну, просто-напросто не имеет смысла, так как уровень воды, в принципе, выше, соответственно, горизонт, в котором стоит рыба и надо ее искать, наверняка изменился. Физкультура. Вот галечное дно наверняка здесь есть. Наверняка какой-нибудь голавлик уже здесь есть.
Толя, есть из-под берега. Ух. Да нет, по-моему, жерех. Да, жерех. Жерех, тема. Друзья, ну что, вот такая вот классная рыбка. Жерех уже покрупнее. Классно. И, в общем-то, на одном из, как оказалось, характерных мест, где набегающий поток воды около берега отсекается какой-то кочкой или кустом, за которым создается такая небольшая локальная заводюшка, провожу этот воблер, и из этой заводюшки выпрыгивает на него рыба, как впоследствии оказалось, тоже жерех. В принципе, уже достаточно неплохого размера рыба. Я очень обрадовался, вываживание было тоже таким на коротке, но интересным, как он дает все-таки жару, несмотря на то, что холодная вода и сопротивляется, это меня просто-напросто очень сильно удивило. Вот наверняка за это жереха и любят, за то, что когда другая рыба не клюет, если есть жерех на каком-то участке реки, то если рассчитываешь на его и поклевку, и поимку, адреналина и эмоции от этого получишь, очень и очень много. Благополучно вытаскиваю на берег второго жереха, который оказался уже раза в два, наверное, покрупнее, чем первый. Успешно с ним фотографируемся, делаем небольшой подсъем и отпускаем рыбу во свояси. Да, второй жерех. Слушай. Да, мне кажется, так же было бы, если бы не лучше. Там-то хотя бы ты точки знаешь и так далее. Ты попробуй пооблавливать, как я, вот эти прибрежные, буквально метр-полтора затяжки, потому что он вот отсюда клюнул, стоял вот здесь в ямке рядом с течением. Я вот, по сути, хотел сейчас вот этим всем заняться вдоль берега. Кстати, на либру тоже жерех, по-моему. Да, это же вообще универсальная приманка. Язь, голавль, жерех, там все, по-моему, клюет. Дальше, передвигаясь вниз по течению, периодически полавливаем еще по одной-две рыбешки хищного образца. Это тоже щучки, тоже окуни. На этом поклевки белого хищника у нас, опять же, закончились. Ни головля, ни жереха больше на этой точке мы не видели. Пройдя еще вниз метров 500 или примерно с километр, увидели очень много красивых перспективных мест, но они, к сожалению, в данное время года не работают, потому что, как я уже сказал выше, высокая вода сейчас на реке, еще достаточно мутная и холодная, что немаловажно. Поэтому активность проявляет сейчас жерех периодически и хищная рыба наподобие окуня и щуки. Чё, как места? Так мы продвигались вниз по реке, наслаждаясь красотами, пробрасывая какие-то интересные точки. И, в общем-то, не получив больше поклевок, не видя мест, мы решаем возвращаться к машине и, в общем-то, делаем перерыв на обед и обдумываем тактику и стратегию оставшегося времени, которое у нас было на рыбалку. Ну и, в общем-то, пообедав, принимаем решение ехать не на третью точку, которую мы
запланировали, а возвращаться на первую, где у нас еще были поимки, где были интересные места. И, в общем-то, до конца дня уже ловили на этой точке. Результаты таковы, что щучка, окунь, жерех поклевывает. Ни одного головля пока не видели. Расчет на то, что сейчас оставшееся время, которое у нас есть, возможно, еще кого-нибудь поймаем. Так, ну что у нас? Заход номер два, да? Да. Толя, мне кажется, или там кто-то стоит, ловит? Я не знаю, по мне так, если голава ли что-то где-то клюет. О, окунярик попался. Голава ли если и клюет, то только на эту. На какую-нибудь искусственную наживку и на донную что-нибудь проводку. Он на перекат это тоже не вышел, потому что вода, говорю, холодная. Ну что, друзья, вот такой окунярик попался на джигу в береговой зоне. Друзья, камера была не включена. Только что поймал небольшую щучку. Ну, естественно, тут как бы на словах-то, конечно, все легко сказать. Поймал в береговой зоне здесь на джиг. Такая неспешная проводочка, просто у самого дна какая-то скачущая. И хорошая поклевочка, как будто когда окунь клюнул с таким с хорошим ударом. Ждем еще каких-нибудь обитателей водной среды. Ну вот. Каждой заводюшке подходишь, и то ли щучка, то ли окунь, то ли кто-то еще. Вот так вот, друзья. Очередная джиговая рыба. Так вот, если долго не думать, так, конечно, в принципе, на джиг можно неплохо ловить все подряд. Также, забегая вперед, сразу скажу, что поклевок какого-то белого хищника и поимок у нас не было. Все было стандартно, по тем же местам у нас клевала какая-то щука, какой-то окунь. Пробовали различные приманки, но, как оказалось, с большей долей вероятности и больше всего было поклевок и поимок на джиговые приманки. То есть это нам говорило о том, что рыба с большой долей вероятности сконцентрирована в данное время у дна и, в общем-то, там и обитает. Поймал своих первых крупных жерехов, чем я, конечно, очень доволен. Мы их не взвешивали, буквально пару кадров, пару каких-то подсъемов. Ну что, первая и сразу рыба отпускали во свояси. Но второй жерех, по крайней мере, для меня это уже такой-никакой, но, скажем так, трофей. Потому что больше него я еще пока что в своей жизни жереха не ловил. Наша рыбалка подошла к концу. Сегодня мы после перерыва на обед поймали еще несколько непрофильных рыбешек. Пару окуней, пару щучек, головля, жереха так и не нашли. Места хорошие, места прикольные, природа красивая, река интересная. Единственное, что два нюанса. Первый нюанс — это буквально вот-вот прошли паводковые воды. Река еще, наверное, не успела оправиться от этого события и вот-вот встала в берега. Второй момент, прозрачность воды не сильно сказать, чтобы очень хорошая. Какую-то рыбку поймали, все, что поймали, отпустили. Я поймал жерехов на диповые воблера, на пилькеры. Ну и, в принципе-то, на этом, наверное, и все. Меня зовут Андрей, вы, как всегда, были на фишинг-блоге. Вот такое состоялось открытие сезона по белому хищнику. И, в принципе, открытие стримового сезона на одной из речек нашей области. Увидимся с вами в следующих сериях, на следующих рыбалках. И всем пока!